Народ, привет! Стартует новый проект «Гелик живи». Планы на проект грандиозные. Смотрим, что из этого может получиться. Значит, скручиваем нашу раму. Примерно прикидываем, где будет у нас мост, ставим для него стоечки, собираем все это дело, прикидываем, где у нас будет стоять коробка, крепим Y-образную тягу, чтобы мост влево-право не болтался. Смотрим, прикидываем, где будут находиться тяги, чтобы мост вперед-назад не ходил. Подвеска ходит чуть-чуть жестковато. Надо поставить будут проставочки, чтобы амортизаторы стояли ровненько. Смотрим, где будет находиться коробка и... делаем под нее установочное место. Устанавливаем. Собираем большие колеса на мосты. И прикидываем расстояние, как они будут находиться, расстояние между колесами, места креплений. Подвеску буду делать на рессорах. И в качестве рессор хочу использовать вот этот старый метр стальной. Разбираю его по частям и складываю вот такие вот полоски. Временно, чтобы не развалились, стягиваю все проволочкой. Такая вот рессорина. И со второй стороны все то же самое. Далее нам потребуется кое-какие запчасти от игрушки. Вот такой механизм у нас должен заработать. Прикинем, как он должен стоять, где его закрепить. Немножко доработаем. Прикручиваем все это дело. Прикидываем, как должно получиться. Вот такой вот механизм. Осталось все это дело только скрутить. Как всегда, для начала на проволочку, чтобы понять, будет ли это работать или нет. Вроде мягкая подвеска, посмотрим. В принципе, все скрутили, ходы подвесок вроде есть. Небольшие тестовые испытания. Колесо вроде уходит хорошо. Ход подвески есть.